вечер, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на вебинаре по цветотерапии. Пожалуйста, поставьте в чате плюсы, если вы меня видите и слышите. Вы можете задавать мне вопросы в этом чате во время нашей презентации. Я рассчитываю, что мы уложимся минут в 30-40, постараюсь вас не задерживать, но тема интересная, подробная, и я буду рада ей с вами поделиться. С некоторыми сегодняшними гостями мы виделись на мероприятии «Время женщин» в музее Эйнема. Там у меня было совсем немножко времени, чтобы рассказать про цветотерапию. Сегодня у меня времени больше, и я расскажу подробнее. И говорить мы будем о том, как добавить в жизнь красок и для чего нам это нужно. Потому что сейчас зима, поздравляю вас уже со вторым днем зимы, и сейчас, к сожалению, нас окружает в основном черно-белый цвет. Нам не хватает цветов, что вместе с тем, что нам не хватает света, обычно негативно сказывается на нашем самочувствии. Зимой мы всегда чувствуем меньше сил, нам сложнее просыпаться, и мы чувствуем вот это состояние, скажу сленгово, не выгребаем, да, иногда бывает. И причина этого может быть в том числе то, что нам не хватает света и цвета. Сегодня мы будем минимально говорить о медицине, максимально говорить о психологии, хорошем самочувствии и о том, почему это является фундаментом для нашего здоровья. Итак, история о том, как добавить в жизнь красок. Напишите, пожалуйста, в чате, какие цвета сегодня надеты на вас. А мы пока поговорим о том, какими свойствами обладает каждый из цветов. На самом деле, если мы прислушаемся к своей интуиции, очень часто мы понимаем, что нам нужно. Очень часто, когда мы подсознательно тянемся к какому-то определенному цвету, зеленый, вижу, Наталья, спасибо за ваш ответ, желтый. Отлично. Очень часто, когда мы интуитивно тянемся к какому-то цвету, это значит, эта энергия нам сейчас нужна, и она нам может помочь. Ну, начнем мы по радуге, начнем мы с красного цвета. Красный цвет говорит об опасности. Он привлекает внимание, он возбуждает желание. Да, этот цвет страсти, жизни, энергии. Если мы будем говорить с восточной точки зрения, да, с точки зрения аюрведы, то с красной энергии снизу позвоночника энергия поднимается вверх. Это та энергия, которая корни, которая питает дерево. Красный цвет наполняет энергией и согревает, влияет на кровь, мышцы, кости. Он связан с надпочечниками и адреналином. Он отвечает за реакцию бегства или драки, то есть за первую интуитивную реакцию на стрессовую опасную ситуацию. Это цвет выживания. Он также цвет страсти, он возбуждает. Мы очень хорошо, очень быстро его видим, потому что у него большая длина волны, как бы он медленно проходит перед нашими глазами, наша нервная система очень быстро его воспринимает. Поэтому красный используется, например, в сигналах светофора запрещающих, да, это запрещающие знаки, это то, что должно привлечь внимание, какие-то красные мигающие лампы, красные габаритные огни. Красный цвет – это то, на что нужно среагировать. Мы часто тянемся к красному цвету в ситуации, когда чувствуем нехватку жизненной энергии, когда нет сил, когда опускаются руки, когда необходима решительность для того, чтобы сделать первый шаг. Ну, вспомним такой популярный пример, да, когда женщина надевает красное платье. Вот считается то, что если женщина надела красные шпильки, красное платье, ярко-красная помада у нее, она хочет привлечь внимание. Она хочет быть яркой, она хочет, чтобы ее сразу заметили. Потому что человек, который не хочет, чтобы его видели, красный не наденет. То же самое, что человек, который не хочет, чтобы окружающее пространство слишком сильно на него давило, он, скорее всего, не будет выбирать красные цвета для своего интерьера. Потому что красный цвет довольно тяжелый, он довольно агрессивный, и не бывает плохих и хороших цветов. Да? Бывают цвета, которые сейчас подходят или сейчас не подходят. Например, если у человека высокая температура, и его окружает красный цвет, он себя будет чувствовать плохо. Потому что красный цвет спектрально связан также с углеродом. И он мешает нашему дыханию, он нас немножко забивает. И в ситуации, когда нам либо очень жарко, либо высокая температура, мы себя будем чувствовать хуже. Добрый день! И рада, что там еще присоединяются слушатели. Итак, красный цвет – это цвет энергии, решительности, когда здесь и сейчас сразу привлечь внимание. Второй цвет – это оранжевый. Цвет решительности, готовности принять новый опыт, цвет общения и радости.
Это приятный, позитивный такой цвет, который связан со стихией воды. Он связан, если мы будем говорить о нашем здоровье, со всеми жидкостями. Если красный – это цвет надпочечников, адреналина, то оранжевый – это цвет половых желез. Он отвечает за кишечник, за почки, стимулирует синтез коллагена, очень хорошо применяется в косметологии, цветотерапии оранжевым цветом. Причем как во всяких омолаживающих процедурах, так и для лечения целлюлита. Он снимает отеки, он помогает адаптации, побеждает фобию, наполняет решительностью, помогает адаптироваться к переменам, согревает и утешает, борется с депрессией и мягко тонизирует. Оранжевый цвет очень приятен для тех, кто красный воспринимает как некую агрессию, обращенную на него, а оранжевый как больше такую поддерживающую, движущую силу. Мы потом будем говорить еще про желтый, он тоже стимулирует, да, это теплый цвет. Но желтый стимулирует мягче всего. Оранжевый – это вот когда друг взял за руку и повел вперед. А красный – это когда кто-то крикнул, поднял знамя и побежал вести в атаку. Оранжевый цвет – это один из моих любимых цветов. У меня, например, вся гостиная оранжевого цвета. В каком случае его нужно применять? Добрый день тем, кто к нам присоединяется. Оранжевый цвет очень хорошо помогает при симптомах депрессии. Но важно понимать, да, что если у человека есть клиническая депрессия, и он проходит лечение, он принимает препараты, понятно, что одним оранжевым цветом он себя не вылечит, но состояние улучшить может. Оранжевый хорошо помогает при плохом настроении, при эмоциональной подавленности, сложности, если нужно адаптироваться к переменам в жизни. Когда мы говорили, да, то, что оранжевый – это цвет воды, вода всегда найдет выход. Вот точно так же оранжевый цвет – это вот способность всегда найти, каким образом дойти до этой цели и где взять силы для того, чтобы к этой цели двигаться. Когда не хватает энергии, когда не хватает вдохновения на новые дела, например, вы запланировали что-то, какую-то перемену в своей жизни, важную перемену. Например, вы хотите, вот там через неделю вы выходите на новую работу. Для того, чтобы себя поддержать, возьмите что-то оранжевое. Заведите себе оранжевую чашку, наденьте оранжевый шарф, сделайте оранжевый маникюр, чтобы что-то возле вас было вот этой позитивной оранжевой энергией. Обратите внимание, что многие компании, которые предлагают какие-то инновационные подходы, и многие агентства, которые предлагают услуги, они выбирают своим логотипом оранжевый цвет. Потому что вот смотрите, у нас здесь тусовка, у нас здесь круто, мы здесь все умеем, все знаем, и мы предлагаем новые подходы. Желтый цвет. Тоже стимулирующий, но спокойный. Он цвет разумных решений, аппетита, уверенности в себе, усвоения пищи и информации. Этот цвет связан с поджелудочной железой. Желтый цвет – это все, что касается усваивания и переваривания, будь это пища, будь это информация. Он управляет желчным пузырем, селезенкой, желудком, отвечает за пищеварение и обмен веществ. Проясняет разум, укрепляет нервы, выводит шлаки, очищает, мягко стимулирует и помогает переваривать неприятные мысли. Если мы говорим о желтом с психологической точки зрения, когда желтый нам будет полезен? Есть очень хорошая медитация на желтый цвет, когда вы ложитесь, закрываете глаза, ложитесь на спину и представляете, что вам на уровне солнечного сплетения светит солнце. То есть вы, например, на пляже, на море, и вот это вот яркое, теплое солнце светит на ваш живот и помогает вам переваривать все то, что неприятно. И начинаете вспоминать все мысли, которые не дают вам покоя. Что-то не сделал, что-то не успеваю, была ситуация, не так ответил, не то сделал, оказался в неловкой ситуации. И вот эти вот мысли, которые как жвачка пристают к нам день за днем, от них можно избавиться с помощью вот этой медитации на желтый цвет. Просто представляете, как вот этот ну, свет, костер, который вот находится в вашем животе, вот туда одна мысль падает, другая, третья, четвертая, все неприятные мысли туда попадают, растворяются, сгорают, 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 и остается только вот это чистое желтое сияние, ясность, уверенность в себе. Желтый цвет – это цвет уверенности в себе. Его часто выбирают своим логотипом те компании, которые хотят показать, что у них разумные, правильные решения, что у них простые решения, что у них пакетные решения, что вот ты взял, сделал, заказал, и все будет хорошо. Когда следует применять желтый цвет? Когда навязчивые мысли мешают действовать, а страхи и сомнения в собственных силах не дают добиваться желаемого. Если красный – это поднять флаг и бежать, оранжевый – это друг берет за руку и активно ведет вперед,
Желтый цвет – это встать, идти, зная, куда идешь, в правильном направлении. Он хороший, позитивный, радостный. И если нужна мягкая стимуляция, когда красный или оранжевый кажется слишком интенсивным, хорошо подойдет желтый. Что-то добавит в свою жизнь желтого цвета. Зеленый. Зеленый цвет – это середина спектра. Он успокаивает, помогает избавиться от тревог и стресса. Он считается самым нейтральным цветом. С одной стороны, считается, что зеленый никогда не будет лишним, от него не будет никакой передозировки, что в любой ситуации, когда не знаете, какой цвет будет приятен зеленый. Это и да, и нет. Зеленый почти всегда приятен и комфортен. Но если человек постоянно окружает себя зеленым цветом и старается чувствовать вот это спокойствие, которое дает зеленый цвет, а он дает спокойствие, он дает гармонию, дает равновесие, то очень легко оказаться вот в такой вот зоне комфорта и не двигаться. С помощью зеленого можно успокоиться. С помощью зеленого хорошо успокоиться, когда вы отработали целый рабочий день, у вас впереди еще какие-то планы, у вас там вам просто сейчас нужно выдохнуть и почувствовать гармонию. Вот у вас активная разноцветная жизнь, а потом вы вечером выходите с собакой в зеленый лес, или вы там садитесь, смотрите какие-то зеленые видео, слушаете расслабляющую музыку. Но если постоянно находиться в этом состоянии, можно впасть в какой-то такой анабиоз. Зеленый цвет отвечает за работу сердца, легких нормализует давление. Он нормализует дыхание, позволяет глубже дышать, да, это сердце и легкие. Уравновешивает, помогает справиться со стрессом и с ощущением тревоги. Облегчает головные боли, помогает расслабиться, укрепляет иммунитет. Зеленая энергия – это энергия сердца, вилочковой железы. Считается, что мы ей наполняем все то, что делаем своими руками. То есть вот мы, например, делаем какой-то подарок своему близкому человеку, идем зеленое. Или мы что-то готовим там для себя или для своих близких своими руками. И вот эта вот энергия любви, которую мы передаем через свои руки, вот она зеленого цвета. Она успокаивает, уравновешивает, гармонизирует. Это хороший, приятный цвет, которым, увлекаясь которым, не нужно забывать о том, что есть и другие 6 цветов, которые тоже полезны. Зеленый цвет помогает выйти в баланс и справиться с тревогой и стрессом. Поэтому, например, он часто применяется в больницах. Его часто надевают медики, особенно которые работают в интенсивной терапии или в хирургии, для того, чтобы человек интуитивно успокаивался. Потому что если выходит хирург в ярко-алом халате, ну, наверное, это будет тревожить человека. А зеленый цвет следует применять при тревогах, смятении, стрессе для восстановления внутренней гармонии, для того, чтобы почувствовать любовь к себе. Это цвет безусловной любви, так вот можно точнее всего описать. Да, все хорошо, я спокоен, я расслаблен. Вот это вот такое представление о медитации, да, спокойно. Хотя, естественно, медитировать можно на каждый цветок, и каждая медитация по-своему наполняет своей энергией, и каждая своя ситуация будет полезна. Следующий цвет – это голубой, цвет легкости и чистоты. Вот после зеленого начинается успокаивающий, расслабляющий, замедляющий цвет. Да? Голубой – это цвет горла, щитовидной железы. Он связан с общением, с самовыражением, с пением, с говорением, с публичными выступлениями. Голубой цвет позволяет выразить себя и быть честным как с окружающими, так и с собой. Медитация на голубой цвет – это, например, вы себе представляете, как вы находитесь где-то высоко-высоко в горах, где вас никто не видит и не слышит. Вас окружает огромный голубой пузырь, из которого наружу не выйдет ни один звук. И находясь вот в этом вот голубом пузыре, вы можете себе рассказать все то, в чем боялись признаться. Быть абсолютно честным самим с собой. И в этой ситуации, проговорив вот это все для себя, вы почувствуете, как вы можете легче вздохнуть, как вы нашли вот эту вот честность с самим собой. Голубой цвет управляет щитовидными паращитовидными железами, он антисептик, противовоспалительное средство. Эта часть спектра отвечает за уничтожение бактерий по акнес, которые вызывают угревую сыпь, например. И, в принципе, в косметологии голубой цвет часто используется как обеззараживающее средство. Он помогает настроиться на публичные выступления. Я довольно часто рассказываю эту историю. В свое время я панически боялась публичных выступлений. Я не могла защитить диплом. Я не могла сказать двух предложений подряд, не запинаясь и не заикаясь. Боялась панически.
И в какой-то момент у меня возникла по работе необходимость выступать. Причем эта необходимость была экстренная, когда переводчик не справлялся, мне нужно было выйти на сцену и начать переводить спикера, потому что тексты этого спикера переводила я. Потом несколько раз такое возникало в командировках, и как раз однажды такая командировка была у меня с Терезой Сун, очень известным арт-терапевтом, она из Великобритании, потрясающая совершенно женщина. Светлана, привет! И Тереза Сун, которая рассказывала все то, что я вам сегодня рассказываю про цвета, вдохновила меня использовать цвет. И когда мы с ней выступали, особенно когда у нас было два мероприятия подряд, и вечером нужно было вести презентацию для клиентов, я надевала голубой пиджак, и мне действительно было намного легче говорить. Потом я, естественно, справилась, это навык, он развивается, я справилась со своим страхом, но изначально, когда вот это средство СОС нужно было, и для меня был голубой цвет, чтобы дышать, чтобы говорить. Он помогает при боли в горле, проблемах с голосом. В Европе есть такая народная примета, что если у человека болит горло, то для того, чтобы справиться с болью в горле, нужно взять бутылку, выкрашенную в голубой цвет, поставить ее на солнечное окно, и когда пройдет через эту голубую бутылку голубой свет, вот эта вода станет целебным, и ее можно пить от боли в горле. Также отвечает, вот, как я уже говорила, за самовыражение и честность перед самим собой, когда это важно с психологической точки зрения. Мы все чувствуем себя часто актерами на публике. То есть мы говорим о себе окружающим то, что нам выгодно часто, да, чтобы они так думали. То есть, например, не я ленюсь наводить порядок, да, там я вот занят, там, или вот это, вот это. Или то, что я себя плохо чувствую не из-за того, что я поздно лег спать вчера, а просто там стресс, загруженность, у меня ответственная работа. Одно дело, когда мы это говорим на публику, другое дело, когда нам нужно для себя понимать какие-то истинные причины того, что происходит. И вот когда мы себя представляем в этом голубом пузыре, часто бывает полезно для себя проговорить вот эти вот ситуации, чтобы быть с собой честными. То есть у меня там проблема с режимом дня, или там у меня проблема с тем, что я не могу бросить курить, там, или какую-то другую вредную привычку, там, грызть ногти, не знаю. Вот эти вещи, которые нужно сначала для себя признать, чтобы увидеть картину объективной, а дальше решать проблемы. Синий, голубой цвет нужно применять, когда задачи кажутся слишком сложными, а также при страхах, связанных с необходимостью общения. Следующий цвет синий. Синим мы его называем в русском переводе. Если мы берем европейскую радугу, там не совсем так. Там цвет blue – это и голубой, и синий. А следующее, о котором я говорю, у них называется индиго. В нашем восприятии он такой немножко с фиолетовым оттенком. Это цвет сна, размышлений, интуиции, цвет колыбельный. Да? Если мы говорим про цвета, они очень часто связаны еще с определенной музыкой. Синий цвет управляет нервной системой, он улучшает внимание, память, концентрацию, помогает им бессонниться, снимает боль, охлаждает, снимает напряжение с глаз и помогает прислушаться к интуиции. Он считается цветом третьего глаза, да, он помогает там во сне что-то увидеть, он помогает там быть, опять же, видеть и слышать то, что есть на самом деле. Видеть и слышать то, что мы изначально можем не хотеть видеть и слышать. Считается психосоматически, что часто проблемы с глазами и ушами развиваются в той ситуации, когда мы что-то видеть или слышать не хотим. Когда следует применять? При интеллектуальных нагрузках, рассеянности, нарушениях внимания и памяти, во время подготовки к экзаменам или при большой загруженности на работе. Важно понимать, что синий цвет он тормозит. Он усыпляет. И слишком много синего цвета будет угнетать. Поэтому если вы, например, используете светотерапию синим цветом, 4 минуты посветили синим цветом, потом 2 минуты красным или оранжевым, или желтым, для того, чтобы проснуться, для того, чтобы все-таки себя поддержать в тонусе. Синий цвет хорошо сочетается с желтым цветом, если их нужно компенсировать, да, друг другом. Фиолетовый – это цвет связи с космосом, цвет принятия сверхъестественного опыта, готовности к религиозным переживаниям. А здесь легко уйти в какие-то философию или в какие-то довольно спорные моменты, потому что кто-то религиозный, кто-то нерелигиозный. Кто-то верит в судьбу, кто-то верит в Бога, кто-то верит в материализм, в космос и считает, что там все можно постичь с помощью квантовой физики. И каждый человек на самом деле по-своему прав. Потому что каждый из нас живет в своем собственном мире. И на самом деле тот мир, который нам считается объективным, объективный для кого?
Ну, мы, допустим, мы все можем представить, да, то, что если передо мной стоит стол, то он стоит передо мной. Если каждый подойдет, он скажет, что стол здесь стоит. Если мы говорим о каких-то более тонких моментах, у каждого из нас свой мир, который ему кажется единственным верным и объективным. И вот то, что в этом вашем мире является точка выхода за пределы собственного сознания и отвечает за фиолетовый цвет. То, что, на что вдохновляет фиолетовый цвет, да, это цвет, в первую очередь, вдохновения. Он направляет гипофизом и эндокринной системой, и циклами сна и бодрствования, что очень важно. Циклы сна и бодрствования зависят от наших внутренних часы, которые нам говорят, когда просыпаться, когда засыпать, и которые перестают нормально работать зимой. И нужно часто оказывать помощь. Фиолетовый помогает справиться с психологическими проблемами. Если мы говорим о медитации на фиолетовый цвет, можно себя представить, закрыть глаза и представить, как вы видите огромную фиолетовую гору. Вы на ее фоне как маленький, как песчинка. Вот маленький-маленький фиолетовый человек и большая-большая фиолетовая гора, которая знает об этом человеке, которая поддерживает этого человека, которая является основой мира этого человека. И если почувствовать вот эту спокойную, уверенную поддержку со стороны этой горы, это и будет фиолетовая энергия. Он также улучшает состояние кожи, он также действует как антисептик. Помогает при бессоннице, вдохновляет. И особенно полезен для пожилых, дает ощущение целостности и радости в жизни. Фиолетовый цвет – это цвет, когда мы чувствуем смысл жизни. То есть если, когда мы начинали с красного, да, это было выживание, оранжевый – это уже общение, желтый – это самооценка, зеленый – это любовь, голубой – это самовыражение, синий – это разум, это способность видеть, слышать и анализировать информацию, а фиолетовый – это видеть смысл во всем вот этом, что было, и радоваться этому, чувствовать свою жизнь правильной, наполненной и осмысленной. Когда стоит применять? При необходимости найти нестандартное решение, когда не хватает вдохновения, когда не хватает уверенности, если нужно посмотреть на ситуацию с другой стороны, и в ситуации, когда важно почувствовать поддержку. Поставьте плюсы в чате, если вы понимаете вот ситуацию, когда у человека, вот, казалось бы, все валится из рук, или когда у него вот что-то происходит очень серьезное, например, часто неприятное или просто очень сильно меняющее жизнь, и когда ему нужно почувствовать вот эту поддержку, когда люди говорят, что я раньше не верил там в Бога, а в этот момент я начал молиться. Это вот тот самый момент, когда нам не хватает фиолетовой энергии. Когда нам не хватает вот этого момента, почувствовать то, что все будет хорошо, что все не зря, что все имеет смысл, что все так и должно быть. Это вот тот момент, когда нужна фиолетовая энергия. Ну, давайте перейдем к физике. Что такое цвет? Цвет – это один из фрагментов преломленного света. Да? Сэр Исаак Ньютон открыл, что если пропустить цвет через хрустальную призму, он рассекается, белый свет, да, рассекается на 7 цветов. Каждый цвет имеет определенную длину волны и частоту. И цвета, видимые человеческому глазу, это те, что между инфракрасным и ультрафиолетом, это очень маленькая часть спектра от 380 до 740 нанометров. Волны вне вышеуказанного диапазона невидимы для человеческого глаза. А вот эти 7 цветов мы видим. У цвета есть две главные функции. Во-первых, это то, что помогает нашему зрению. Мы видим цвета, мы знаем, то, что некоторые там животные видят больше, некоторые видят меньше. Мы видим вот тот спектр, который мы видим. И стимулирует нашу гормональную систему через шишковидную железу. Именно поэтому цвет действует на нас на интуитивном уровне, мы воспринимаем его как информацию, и он влияет на наше соматическое самочувствие и на наше настроение, на наши ощущения. Цвет на нас влияет через то, что мы его видим. И люди издревле знали то, что есть некое влияние цвета на нас, и использовали цветотерапию в медицине. Например, китайцы соотносили цвет с богами и четырьмя элементами. Я думаю, что, может быть, кто-то, если изучал китайскую культуру, знает, что там каждая страна света обладает своим цветом. Там у нее есть животное, которое ей соответствует, и цвет, который соответствует. И сам Китай, кто знает, какого цвета Китай, какого цвета китайцы себя считают, они считают то, что Китай – срединное государство, представление любого китайца. Вокруг него существует весь мир. И срединное государство, естественно, желтое. Желтый цвет, да, как мы проходили уже, уверенности, стабильности, самооценки. Вот. А если мы говорим о цветотерапии, конечно, у китайцев очень много и фэншуй про цвет, и в традиционной китайской медицине про цвет, и про все вот эти вот энергии, которые сопоставляются с цветами.
Древние греки использовали цветные мази, притирания для того, чтобы лечить болезни. Римляне использовали цвет не только в лечении, но и для обозначения статуса. Да? Белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой. А в средневековье процесс лечил, используя цвет, а в эпоху Возрождения окна с витражами из закаленного стекла вдохновляли прихожан и придавали им сил. Давайте посмотрим, какого цвета витражи обычно. А самые частые цвета в витражах – это красный, голубой и фиолетовый. Фиолетовый цвет – это цвет, который позволяет открыть разум общение с высшей силой. Да? Голубой – это общение, пение, самовыражение, честность. Человек часто приходит в церковь на исповедь, а красный – для того, чтобы все-таки во время службы еще и не заснуть. Как состояние разума и души влияет на здоровье тела? Я думаю, что любой человек сталкивался с ситуацией, когда негативные мысли, какая-то неприятная ситуация, стресс тут же сказываются на нашем самочувствии. Отчитал начальник, заболел живот. Накопилась просто какая-то усталость, и начинает сказываться то, что там то с легкими проблемы, то с горлом проблемы, то со зрением проблемы. И начинают копиться вот эти вот ситуации, которых можно было бы избежать, если бы не было первого стрессового фактора психологического. Я далека от того, чтобы говорить, что любая проблема всегда однозначно связана с какими-то неправильными мыслями. Нет, конечно, это не так. Есть много причин, которые вызывают заболевание. Если человек сломал ногу, скорее всего, он сломал это не потому, что он не хотел куда-то идти. Но есть золотая середина между тем, чтобы не впадать в крайности, и тем, чтобы понимать, как реально психологическое состояние влияет на здоровье. Вот здесь данные медицинских публикаций, которые я нашла на агрегаторе научных статей. Например, исследования показали, что у многих женщин с раком груди за 18 месяцев до начала заболевания было серьезное психологическое потрясение. Как это могло сказаться? Мы прекрасно понимаем, что в нашем организме каждый день возникают раковые клетки. Это естественный процесс, который там идет всегда. И не менее естественным образом натуральные киллеры, специальные клетки уничтожают вот эти злокачественные клетки. Как только натуральных киллеров не хватает, может развиться заболевание. Мы это знаем по людям, у которых дефицит иммунитета, да, например, у людей с ВИЧ очень часто развиваются опухоли, которые не развиваются у людей без ВИЧ. И эти опухоли часто являются причиной смерти. Исследование, проведенное почти на 100 тысячах овдовевших жителей Финляндии, показало, что число смертей от ишемической болезни сердца в течение первого года жизни после потери в два раза превышало ожидаемое значение. Мы понимаем, да, то, что это сердце, это зеленый, это энергии, связанные со стрессом, с потерей, да, потерял любимого человека. И, в принципе, стресс очень плохо влияет на сердце и легкие. Депрессия, как и стресс, подавляет цитотоксическую активность клеток-киллеров, влияя на параметры иммунитета, в том числе противоопухолевые, о которых я говорила. Это не значит то, что не грусти, и тогда у тебя все будет хорошо. Нет, это слишком грубое будет приближение. Но если беспокоиться о своем психологическом состоянии, если его улучшать, если не допускать каких-то тяжелых психологических потрясений, если с ними справляться, можно избежать развития проблем уже соматических. Нейроэндокринная активация, которая вызывается стрессом, увеличивает рост метастазов в 30 раз. Есть и более простые примеры. Например, если у человека хорошее настроение по результатам психологических тестов, то по сравнению с теми, у кого настроение плохое, у того, кто на позитиве, больше иммуноглобулина А на слизистых, который отвечает за нашу защиту от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Есть очень много таких публикаций, к которым нужно прислушаться для того, чтобы понять вот этот момент. Как стресс и как психологическая проблема влияет на развитие заболевания. Есть фактор стресса, есть психологическая реакция на стресс, осознание, эмоциональная подавленность, изменение поведения. А дальше идет физиологическая реакция на стресс, то есть уже как реагирует наше тело. Центральная нервная система и эндокринная система. Каким образом у нас, например, развивается тревога, каким образом у нас она сказывается на состоянии почек, сердца, легких и так далее. И дальше, в зависимости от того, как сработает иммунная система, разовьется или не разовьется заболевание. Например, у человека несчастная любовь. Вот был партнер, любимый, хороший, все в него вложили, там жить без него не могу, и тут он предает.
И начинается вот это состояние, когда у человека есть сначала психологическая реакция, да, как он мог, подонок, потом идет осознание, потом идет эмоциональная подавленность и изменение поведения. И здесь, на этом этапе, нужно прорабатывать ситуацию психологически. Не говори то, что не грусти, там, отпусти его и так далее, потому что это естественно, что будет подавленность, это естественно, что будут определенные психологические реакции. Важно с ними справиться до того, как они приведут к каким-то соматическим реакциям. Там, например, может развиться на фоне тревоги экзема, или какие-то проблемы с дыханием, или какие-то проблемы с сердцем. Или как, например, у человека в возрасте в ответ на какой-то стресс может усилиться гипертоническая болезнь. Да, мы все знаем вот эти взаимосвязи. Каким образом действует светотерапия? Она является первым этапом психологической помощи вот на этом, в этот момент, когда нужно проработать состояние. Например, человек находится в каком-то токсичном окружении, из которого он сейчас выйти не может, которое негативно сказывается на его самооценке. Например, он работает на работе, на которой ему необходимо получать вот ту зарплату, которую он получает, например, чтобы платить ипотеку, а сейчас кризис на рынке и сложно найти другую работу, но у него неадекватный начальник, который ему все время рассказывает, какой он там тупой, не справляется, гнобит его каждый день. К чему это приводит? К тому, что у человека нарушается вот эта желтая энергия солнечного сплетения, уверенность в себе, самооценка. И это может привести к развитию гастрита и язвы желудка. Если мы на этом этапе, когда человек чувствует то, что вот, он не может реализовываться, что его гнобят, что к нему относятся несправедливо, он этот момент прорабатывает и, например, использует светотерапию желтым цветом в сочетании с медитацией на желтый цвет, он может по-другому оценить эту ситуацию. Он может научиться избавляться от вот этих мыслей и пропускать мимо ушей то, что ему говорит начальник. Он понимает, что я здесь сижу для того, чтобы получать эту зарплату, а то, что говорит он, это его проблема, это его личное дело. Я выполняю свою должностную инструкцию, у меня все в порядке. Вот именно для этих моментов нужна цветотерапия, потому что она активизирует ту психологическую работу, помогает настроиться на те мысли, создать ту эмоцию, которая позволяет нам правильно преодолеть ситуацию до развития соматического заболевания. Она восстанавливает эмоциональную гармонию, уменьшая последствия стресса до того, как началось заболевание. Теперь мы с вами поговорим о том, что... Некоторые считают научным, некоторые считают не очень, но сложно отрицать то, что у нас есть энергия нашего тела. Ее можно назвать жизненной силой, электромагнитным полем или аурой. Если вы вот так вот посмотрите в ладони, да, а потом их разведете, вы почувствуете в какой-то момент какое-то сопротивление. Да, это размер вот этой вашей энергии, так называемой ауры. Ее можно заснять с помощью специальных приборов, например, таких как ведопульс, который сертифицирован как медицинский, в том числе в Европе. Мы фотоэлементы, мы постоянно излучаем свет, и мы постоянно его поглощаем. Точно так же, как растения нуждаются в свете для фотосинтеза, мы нуждаемся в свете и цвете для того, чтобы функционировать естественным образом. Если мы не получаем достаточно света, наши клетки, митохондрии в клетках не получают энергию и работают значительно хуже. И наша аура, вот это свечение, наша вот эта энергия отражает важную информацию о нашем здоровье. И здоровая вот эта аура и свечение – яркая, многоцветная, содержит в себя все типы цветов, о которых мы сегодня говорили. Тело, разум и дух подвержены влиянию силы цвета. Это три уровня – тело, разум и дух. Давайте посмотрим на фотографии. Это как раз Тереза Сунд, это ее личные фотографии. На первом кадре она довольно уставшая. И как вы видите, у этой энергии есть такие определенные разрывы. Бреши, через которые энергия уходит, и может, как считается, попасть в заболевание. После этого мы используем светотерапию биоптрон в течение 10 минут, и мы видим уже, как начинает восстанавливаться энергия. И еще через 10 минут она продолжает восстанавливаться, и свечение ауры становится ровным и ярким. То есть мы наполнили организм энергией. Соответственно, когда нам не хватает энергии в какой-то определенной области, более эффективно воздействовать цветным светом, того цвета, которого сейчас не хватает. То есть вот если мы видим, например, что очень сильно не хватает энергии там, условно в красной области и в голубой, соответственно, мы используем там красный и голубой свет. А в восточных практиках представление о цветной энергии лежит в основе теории чакр. Чакра происходит от слова «колесо» индийского. Она вращается, и она находится в определенном месте.
там, где современная наука находит железы внутренней секреции, то есть отвечающие за выработку определенных гормонов. Это копчик, это поясница, либо область на три пальца под пупком, это солнечное сплетение, это область сердца, это область щитовидной железы, это лоб и это точка над лбом. При избытке или недостатке энергии в определенном центре развивается заболевание. И цветотерапия помогает уравновесить баланс энергии, стимулируя процессы регенерации. Восстановить вот эту вот нормальную энергию, вот это нормальное свечение. Вот все эти вещи, которые я сейчас рассказываю про чакры и про энергию, они действуют и с точки зрения научной и доказательной медицины тоже, просто так проще их понять для себя. Так нагляднее представить себе, что где находится, где какой цвет и как что почувствовать. Цветотерапия светом биоптрон применяется двумя способами. Это либо маленький прибор биоптрон медол. И здесь мы применяем биоинформацию цвета на акупунктурной точке. И я хочу вам показать одно видео о том, как делаются эти цветофильтры именно для приборов биоптрон медол. Потому что они производятся по совершенно уникальной технологии. Сам биоптрон производится в Швейцарии на нашем медицинском заводе биоптрон АГ. А стекло производится на стеклодувне Сен-Жуст во Франции. Той самой стеклодувне, которая делает витражи для соборов. Они делают много всего совершенно уникального. И здесь, поставьте плюсы, когда вы увидите. Это институт биоинформации в Цюрихе. Здесь окрашиваются оксиды. Здесь биодинамическим методом наносится информация на оксиды металла, которые будут использованы как красители для стекла. Об этом я вам скажу еще чуть попозже по поводу биоинформации. Пока просто посмотрите, как выглядит эта установка. И после того, как у нас готов краситель, он отправляется на стеклодувню, и здесь мастера выдувают стекло, как мы с вами говорили, про зеленую энергию. То, что мы делаем своими руками, а здесь через свои руками. Они выдувают вот эти формы, которые потом нарезают в виде светофильтров. Поэтому, если вы приобретаете биоптрон медол с комплектом цветотерапии, светофильтров, вы можете увидеть маленькие пузырьки. Те, которые мешают работе, естественно, системы контроля качества не пройдут. А те, которые не мешают, просто напомнят об этой уникальной технологии. О том, как сотни лет производили стекло и продолжают производить стекло до сих пор. Вот таким вот образом стекло вымывается, потом охлаждается. Здесь мастер будет сейчас залить. После этого оно нарезается. Именно поэтому цветофильтр таким методом можно делать только для маленького прибора биоптронного. Потому что технологии не позволят сделать за 15 сантиметров. Получается цвета фильтра диаметром 4 сантиметра. Диаметр самого прибора биоптрон медол 5. С цветофильтрами используются специальные переходники для того, чтобы воздействовать вот этой цветной информации, концентратом нужного цвета, да, нужно врезается, и после этого идет система контроля качества. Вот таким образом проверяется, естественно, каждый фильтр. Вот эти уникальные стекла, сделанные вручную, вы приобретаете, когда вы покупаете прибор для фонда. Что с комплектом для цвета? А мы возвращаемся к нашей презентации. Вы уже увидели, как делается стекло биоптрон медол. И давайте вспомним, что такое энергетические точки, на которые мы воздействуем с помощью цвета, когда мы применяем вот этот маленький фильтр 4 сантиметра.
Жизненно важные энергетические потоки распределены по определенным каналам, которые называются меридианами. И мы воздействуем на энергию тела, позволяя ей течь более свободно, когда точечно светим на нужную нам область. Что такое биоинформация? Вообще вся информация, которая нас окружает, в которой мы живем, это биоинформация. И мысли, и запахи, и звуки, и зрительные образы – все это волны. Это разные волны разных спектров, да, скажем так. Биоинформация – это информация, которую несут эти волны. Био означает жизнь. Информация – это структура для считывания. Как это объяснить на пальцах? Поставьте цифру 10, если вы застали лазерные диски и ими пользовались. Сейчас используют уже намного меньше, но я думаю, что у кого-то, может, еще в машине, да, используется. Что такое лазерный диск? На него нанесена информация, лазер считывает и, например, воспроизводит музыку. Изначально лазерный диск не поет. Если мы его подержим в руках, посмотрим, скажем, ну какая-то музыка, он не поет. Но если мы его поставим в проигрыватель, он начинает петь. Вот точно так же, когда у нас оксид металла несет определенную биоинформацию, которая получается от растений, камней, металлов, минералов, газов и так далее, и наносится на этот оксид в Институте биоинформации в Цюрихе, когда цветной свет проходит через этот фильтр, он воспроизводит эту биоинформацию. Таким образом, он усиливает световую энергию, которую получает наш организм. Точно так же, как проигрыватель считывает музыку с лазерного диска. Здесь вы видите, какие оксиды металлов используются для того, чтобы нанести цвет. А процесс, как это происходит, вы видели в ролике. Видео изготовления фильтров будет в чат. Виктория, Победа, WhatsApp. Этот ролик есть на нашем портале Zeflex Media. Я вам сейчас напишу здесь. Здесь выложено очень много материалов о нашей продукции, светотерапии, в разделе светотерапии, в одном из дополнительных разделов. Итак, свет прибора Биоптрон, проходя через этот светофильтр, обогащает свет информацией. И существует 14 методик применения, которые позволяют решить определенные проблемы, возникающие в нашем организме. Это энергетические резервы, например, при дефиците энергии или при нарушении внимания. Это эмоциональная гармония, обмен веществ, кожа и ткани организма и защитные силы организма. То есть в зависимости от того, чего вы чувствуете, вам сейчас нужно, вы открываете методику применения и в течение 2-3 недель, сколько написано в этой инструкции, вы ее применяете по тем точкам, которые здесь указаны. К примеру, душевное равновесие, да, мы светим там стопы, солнечное сплетение, шея и так далее. С каждым комплектом цветотерапии вы получаете такую методичку. И решаете ту проблему, которая есть у вас сейчас, там в течение 2-3 недель, регулярно проходя процедуру цветотерапии. Вот есть, например, нарушение внимания, плохая память. Очень актуальна для многих методика, особенно для тех, кто учится или для тех, кто сильно загружен работой. Биоптрон Pro 1 – это другая методика цветотерапии. Здесь большой фильтр 11 см, который используется с большим прибором Биоптрон Pro 1. И здесь мы воздействуем сразу на всю область энергетических центров. Здесь мы можем использовать биоптрон для цветных медитаций. И здесь мы можем сразу воздействовать, например, там, на всю сердечную зону или на все лицо, если там для коллагена используем оранжевый цвет. Маленькая подсказка. Как понять, какой цвет использовать, если не хочется использовать сразу всю программу там, из 14 методик? Задайте себе вопрос. Если вы отвечаете на него «да», значит, энергии этого цвета сейчас у вас достаточно. Если вы отвечаете на него «нет», попробуйте добавить этот цвет в свою жизнь. Например, надеть что-то с этим цветом завтра. Или что-то разместить вокруг себя, у себя на рабочем столе, у себя в интерьере, там, где вы будете часто этот цвет видеть. Красный – осознание себя. В безопасности ли я, причастен ли я? Вот если вы чувствуете, что нет, я сейчас не в безопасности, здесь не хватает красного цвета. Оранжевый. Самоуважение. Нужен ли я? Принимает ли меня мое окружение? Часто у подростков возникает синдром раздраженного кишечника. Это, скажем так, проблема нехватки оранжевой энергии. Потому что он выходит из одной социальной группы, из школы, в другую, поступает в институт, или тем более, если он там не сразу туда поступает, у него меняется вся его жизнь, и это сказывается на состоянии его кишечника. Можно всю презентацию выслать. Еду в поезде, скоро выходить, уже не слышу.
Мы выложим в Telegram-чат для консультантов презентацию и запись этой презентации. Я прошу, чтобы вам выслали слайды. Если вы регистрировались с указанием своего имейла, вы получите рассылку на почту. То есть вы спрашиваете себя, меня признают, меня уважают, я сам себя уважаю. Если нет, значит, не хватает желтого цвета. Если меня не уважают, не хватает желтого цвета. Зеленый, любовь к себе. Любим ли я? Ценят ли люди мою любовь? Люблю ли я? Если нет туда на этот вопрос, соответственно, не хватает зеленой энергии. И она поможет, зеленый цвет вас поддержит в этой ситуации. Голубое самовыражение. Слышит ли меня? Честен ли я с самим собой? Чувствуете нет? Используйте голубой для того, чтобы либо вас услышали, либо вы в чем-то себе признались, и вам будет легче решить эту проблему. Синий. Верю ли я своему внутреннему голосу? Бывает такое состояние, тоже поставьте плюсы, если оно вам знакомо, когда вы интуитивно чувствуете, что вот, например, отличная сделка, вот собираетесь купить квартиру или машину, вот вроде все хорошо, а внутренне, ну что-то не так. Вот вроде как да, вроде как объективно посмотрели, по бюджету оно попадает, вот вроде место хорошее, все критерии, а внутренне не то. Вот здесь стоит добавить что-то синее в свою жизнь, там походить в синем костюме, в синем платье, там взять с собой что-то синее, посмотреть, сосредоточиться и прислушаться к этому. Потому что, скорее всего, наш мозг, который очень много информации проделывает в фоновом режиме, он что-то заметил и увидел, что мы пока еще не успели осознать. И здесь синий цвет поможет. И фиолетовый. Открыт ли мой разум, счастлив ли я? Это те самые смыслы, о которых мы с вами говорили, когда говорили про фиолетовый цвет. Если мы чувствуем то, что моя жизнь бессмысленна, я несчастлив, там вот какие-то вот эти моменты, фиолетовый поможет еще раз ощутить, переоценить себя, посмотреть еще раз на свою жизнь. Цветотерапия активно используется в косметологии. Желтые – от морщин и тонких линий. Здесь мы говорим уже про цветотерапию светом. Зеленые – от расширенных пор и от возрастных пигментных пятен. Светить на чакры – можно светить на чакры, можно светить на лицо и сосредоточиться на этой энергии. Два способа, да, либо мы светим на ту область, которая соответствует, например, там, на копчик красным, либо светим на область лица. Красный – кожа с дефицитом энергии, оранжевый – целлюлит, также стимулирует коллаген. Индиго помогает от шрамов и рубцов. Голубой и фиолетовый – раздражение кожи, покраснение, зуд. Всего несколько минут в день для того, чтобы улучшить физическое состояние кожи. Также, естественно, цветотерапия применяется врачами, и здесь я вам показываю методические рекомендации, которые были разработаны в детской филатовской больнице. Они применяют много лет цветотерапию в педиатрии и разработали очень интересные методики применения, которые вы тоже можете найти на портале Zeflex для лечения бронхиальной астмы и для оздоровления часто болеющих детей. Потому что здесь цветотерапия в некоторых методиках оказывается намного более эффективна, чем просто светотерапия. Также есть методики применения, например, при ОРВИ для укрепления иммунитета, для борьбы с симптомами ОРВИ. Например, если ОРВИ сейчас в острой форме, там сильно сейчас насморк, заложено в горло, здесь следует применять голубой цвет, потому что он успокаивает, снимает вот это воспаление. А если затянувшееся ОРВИ, например, хронический насморк или какой-то остаточный кашель, который долго тянется, здесь применяется красный цвет для того, чтобы долечить. Цветотерапия Биоптрон – это очень интересный способ улучшить свое самочувствие и повысить качество жизни, начиная с фундамента. Биоптрон безопасен, легок в обращении, любой человек может им пользоваться у себя дома. И цветофильтры воздействуют независимо от личных убеждений. Например, с их помощью можно лечить домашних животных. Эффект от терапии не всегда мгновенный, но всегда стабильный. Это работа, которую проделывает наша энергия, наш организм. Точно так же, как невозможно за 10 минут просто взять и успокоиться, находясь там в ситуации дикой паники, точно так же невозможно за 10 минут исправить какую-то психологическую проблему, которая есть. Но если регулярно применять методику, она поможет на глубинном уровне проработать и справиться с проблемой. Вы всегда найдете 10 минут для эффективной и комфортной процедуры. И ответственность за собственное здоровье делает человека еще сильнее и еще более уверенным в себе. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Вы можете мне писать на указанную почту. Здесь вы видите QR-код с переходом на наш сайт center.ru. Если у вас есть менеджер, который вас пригласил, обратитесь, пожалуйста, к нему за консультацией о том, как выгоднее приобрести приборы для цветотерапии Биоптрон.
Спасибо, Светлана. Действительно, они работают железно, независимо от наших личных убеждений. Это действительно очень интересная работа. Узнавать себя и осознавать свою жизнь всегда полезно. Часто, когда мы живем в рутине, день за днем, мы привыкаем к каким-то проблемам и перестаем замечать то, что есть какой-то другой путь, есть какое-то решение, есть что-то, что позволит нам жить более качественной жизнью. Что-то, что позволит нам преодолеть проблему, с которой мы уже, казалось бы, смирились. То есть можно сказать, что я не выступаю публично, потому что я боюсь. Я заикаюсь, мне страшно, у меня фобия. Я боюсь публичных выступлений и не буду. А можно найти способ для того, чтобы ее преодолеть, и для того, чтобы благодаря этому стать сильнее, стать эффективнее, стать успешнее, получить карьерный рост, получить внутреннее ощущение, что да, я победила. У меня был такой страх, я его победила. Я здесь не решалась, я не могла выйти из этих отношений, не могла расстаться с этим человеком или, наоборот, с ним сблизиться. Сейчас я нашла в себе такой способ. Я там чувствовала себя дискомфортно в этой ситуации, сейчас я научился с ней жить. Мне не хватало энергии, а сейчас она у меня появилась. Я не мог себе в чем-то признаться, а теперь могу. Это та работа, которую важно и нужно проделывать каждый день. Мы чистим зубы, мы расчесываемся, и мы приводим в порядок свои мысли о своей жизни. Когда мы осознаем себя в этой жизни, в этой ситуации, нам намного проще ей управлять. Тогда мы не плывем по течению, тогда не она нами управляет, а мы управляем ей. И этому учит цветотерапия, потому что цветной свет подсвечивает те проблемы, те ситуации, которыми нам нужно заняться сейчас. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Буду рада нашим новым встречам не только по цветотерапии, мне много что есть вам рассказать. Всего доброго, будьте здоровы и наполните свою жизнь красками. Если вдруг вы сегодня в черном, сером или белом, без цвета, найдите что-нибудь завтра, хотя бы шейный платок, хотя бы какой-то аксессуар, чтобы цвет был с вами. Тот, который вам нужен сегодня. Всего доброго.